Свет, как вам участие в этом турнире? Гриша, вы как чемпион у тебя первый раз? Ты посчитал, сколько ты сегодня прыгал в Луцев? 6 из 6. 6 из 6? А вчера еще сколько прыгал, чтобы выйти сюда? 10 за 2 дня стабильненько исполнил. Здорово, здорово, Петь. Ну ты весь день тренировал четверной сальто. И берег силы для финала? Ну, я разминался, да, сальто разминал, разминал. Наконец решил, что пора уже что-то посложнее сделать. Ну, не пытался. Ну, я бы за разминку тебе точно отдал золотую медаль и даже устроил третий турнир. Но не волен я этого делать. Глеб, ты пошел ва-банк, рисковал, и что же произошло? Что это было? Напряжение, нервы? Или, как мы любим, ну, слишком хотелось? Была глупость моя, конечно, слишком хотелось победить, но получилось так и получилось. Здесь три тренерских штаба из двух разных городов, и они так здорово соревнуются и так здорово дружат. Я, конечно же, поздравляю Алексея Николаевича Мишина и его команду с таким замечательным учеником, как Глеб Лутфулин. Вероника Дайнека, это тренер, наставник Петра Гуменника. Браво за эту проделанную работу. И, конечно же, прекрасная Светлана Соколовская, которая воспитала эту темную лошадку, подойдет вам слово, которая вышла и обскакала своими четверными лутцами всю элиту мужского российского одиночного катания. Ребята, я вас приглашаю награждаться. Вперед, ваши заслуженные медали. Александр Ильич уже готов к вам.